привет или здравствуй, уважаемый зритель. Посмотрю местные места на наличие камушки, монеты, золотишко. Сейчас подходил местный, подходит и сразу спрашивает: ну, здрасте, там туда все. Говорит, а золото здесь есть? Ты такой простой, да, ну ищи. Глаза, руки, пожалуйста. Кому-то повезло, нашел. Кому-то не везет, ни хрена не нашел. Надо терпение, золото. Сколько сейчас тройская унция стоит? Все хотят разбогатеть, но об этом никто не говорит. Все говорят, хочу найти, но никто не говорит, сколько это денег. Все это удовольствие может стоить. А золотиться можно, да? Вот как говорят же. Вот тут, а здесь, а походить, поискать не спеша в этой речке, в этих камушках. Может, повезет и найдешь что-нибудь. Тут вон ищи вон этих камней, они у нас сами аж вылазят. У меня таки такой, это тополь такой маленький, что ли? Ну, тут ботвы только нет. А вот даже вот по камням, если посмотреть внимательно, да? В камнях может больше золота содержаться, чем в самих слитках. В слитках или в самородках. Главное искать и находить. Камни здесь какие-то. Вот маленький камушек, да? Вроде как бы желтый он камень, но у этого камня вес легкий, очень легкий камень. Еще есть вот. Люди вот стекла, да, бутылки бьют, пьянствуют, там я уж не говорю. Есть и такие вот оригинальные камушки. Очень оригинальные. Ну-ка я его обмочу. Блин, какая-то херня прилипла. Вот, видно хорошо, розовые вкрапления вот эти вот. Они маленькие. Очень маленький. А белый это кварц, да, похоже. Или что это? Непонятно. Вот он камень. О, так тут серебра навалом.
Нет, есть маленькие вкрапления, вот они. Очень маленькие. Но есть. Ну-ка я тут еще погляжу, посмотрю что-нибудь. Во! Вот это уже интересно. И монета еще. Вот это находка. Ну, везет же людям. Ну? Естественно, все в песке в этом. Естественно. И обмоем. Ой, монеты чуть не смыло. Ух ты, какая она древняя монетка-то. Это что у нас? Императорский. А, самодержавецкий какой-то. Самодержавецкий. И камень. Золотой самородок. Ну надо же. Нашел золотишко-то. Вот такое вот оно. Красивое. Ну что? Сейчас посмотрим. Вот еще какой-то. Вот есть желтые камни, вот залитые прямо золотом. А есть обычные камни. Вот такие вот. Вот это черное на белом. Это же что-то такое. Черное на белом. Да. Еще. А тут уже не жирным сделано, а здесь уже точками. В этом камне, конечно, поменьше. Есть золото, но очень мало. В том камне, конечно, золото побольше. Прямо хорошо видать. Еще есть что-нибудь? Еще монета. И еще один камень золотой. Да, ты че? Опа. На. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Блин, все в песке. Даже так не смывается песок. О. Бай. Монета.
тысяча, что-то... А, 1728 год у монеты. Ну, какая она древняя монета. Нет. Вот самородок золотой. Камней очень много. Ну и, соответственно, и золото попадается. Пойдет. Красота-то моя. Неописуемая. А тут есть что-нибудь. Вот еще. Вот такая рука. Мокрая. Во, так здесь аж вон точки. Вон вкрапление с точками. Видно. Да. Ну, начало есть находок. Надо еще полазить, посмотреть будет.